Микрозаймы для малого и среднего бизнеса в Оренбуржье стали еще доступнее. С сентября подавать заявку на микрозаймы, предоставляемые гарантийным фондом, можно через центры государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Оренбургской области. Микрозаймы предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, в частности индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Сумма предоставляемого займа составляет от 50 тысяч рублей до 3 миллионов рублей под 9% годовых сроком до 36 месяцев. Срок рассмотрения заявки составляет 14 рабочих дней. Раньше документы принимали непосредственно в самом офисе гарантийного фонда, а для подачи заявки на микрозайм предпринимателям необходимо было привозить пакет документов в Оренбург. Теперь для получения микрозайма заявители могут подать документы в 7 самых крупных центрах государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Оренбургской области, не тратя дополнительно времени на поездку в областной центр. Они уже работают в Оренбурге, Бугуруслане, Бузулуке, Гае, Новотроицке, Орске и Оренбургском районе. Остальные 36 центров начнут принимать заявки уже в следующем году. Микрозаймы предоставляются при условии личного поручительства и залоги недвижимости. То есть это может быть оборудование, товары в обороте, земельные участки, недвижимое имущество и транспортные средства. Плюсы новой услуги уже оценили сами представители бизнес-сообщества. Микрозаймы уже оформили предприниматели из самых разных уголков нашей области. Есть представители как Востока, так и Западного Оренбуржья. Тем более теперь они могут сделать это на местах. Им не приходится приезжать в Оренбург и тратить время на очереди и бумажную волокиту. Мы расширяем бизнес, и нам нужен новый офис. Поэтому мы обратились в МФЦ для бизнеса. Услуга получения информации о помещениях, предоставляемых в аренду. Также здесь смогли получить еще одну услугу – консультирование по поводу получения микрозаймов. Преимущество МФЦ для бизнеса в его универсальности. Все услуги можно получить в одном месте, не проходя множество инстанций, экономя свое драгоценное время, а также высокий уровень обслуживания. И это не только вежливый персонал, это не только условия, хорошие условия ожидания. Ожидание составляет менее 15 минут, но также и бесплатное консультирование по всем вопросам ведения бизнеса. Узнать об условиях предоставления микрозаймов и перечне необходимых документов, а также получить консультации можно в офисах МФЦ. Специалисты Центра государственных и муниципальных услуг «Мои документы» ждут представителей бизнес-сообщества Оренбурга с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов по адресу переулок Свободина, 4.